какой-то товарищ издалека, с Воронцова, с поселка, попросил приехать. Я приехал. Вы не видели, рыба смотрите, не в мешке, вы не видели. Вот смотрите, я же объясню вам, смотрите как. Я на приморском была. Не, ну вот это, видишь. Мне кажется, что с длинным носом, вот это и есть все. Ты едешь, пишет? Нет. Вот это дорога, ну вообще, ну куда вот машина говорите. А, это машина. И вы его так безжалостно. Вот вы знаете, когда я приехал. А мне сказали, что вы на смене все. А можете еще вот на вопросик на такой пояснить. Ради бога, да?